присутствует характерный там запах, да, то есть тут тухлый, тухлый реально пирожок, который вот предлагается к реализации, потреблению, вот, уважаемым гостям этого заведения. Испорченные продукты – только малая толика нарушений, выявленных в ходе совместного рейда полицейских и активистов народного контроля. Элитный алкоголь здесь продавался без лицензии, наравне с спиртовыми настойками. А у продавцов не было санитарных книжек. Эти точки не имеют никаких правоустанавливающих документов, никаких лицензий. Кроме того, обнаружены очень серьезные факты нарушения прав потребителей, так как реализуются продукты с истекшим сроком годности, продукты без маркировки. Мы также внимание правоохранительных органов к этому привлечем и выйдем с исковым заявлением в суд. По словам активистов, в эту рюмочную они приезжают уже не в первый раз, но ситуация не меняется. Документов по-прежнему нет, а продавцы всю вину снова списывают на отсутствующего хозяина. Ну, во-первых, не мы торгуем, и мы не торгуем, почему незаконно? На каждый будет документ. Да почему опасно, не опасно? Есть нюансы, исправим. Не везде же все идеально. Алкогольную продукцию сотрудники полиции изъяли. Предпринимателям теперь грозят крупные штрафы. Полиция и активисты народного контроля призывают жителей города информировать обо всех подобных случаях нарушений прав потребителей. Павел Баймаков, Илья Овсянников, Дмитрий Мешканцов. События.